ковер, гелик, бита и тяги Мерседес у нас готовы. Нет, ну вы меня, конечно, извините. Глаза горят. Это мой бывший. А богатый нет? Горько! Горько! Попрошу заценить реквизит. Мерседес значок. А можно еще раз, мальчики, чувачки? 2, 3! Чушпаны! 3, 2, 1. Всем здравствуйте, дорогие друзья, на связи с вами Даша Ритмо, я безумно рада видеть вас на своем канале. Сегодняшний влог, сегодняшнее видео будет очень особенным, потому что оно будет посвящено моему дню рождения. Как мы готовились, как мы отмечали, слезы, сопли, все будет сегодня. И также вы увидите ту самую яркую вечеринку, которую я устроила для своих друзей, бег в подкрадулях, это все будет здесь. Вы увидите большое количество близких для меня людей, я вас впущу в свою жизнь, посмотреть, что будет происходить и как. Для меня этот день рождения был впервые в жизни, который я отмечала дома, а не где-то в разъездах, поездках. И организация вышла в какой-то момент из-под контроля, я расстроилась, но мои люди подняли мне настроение, все в итоге сложилось как нельзя лучше. И я беру вас с собой в свое путешествие. И, собственно, перед днем рождения, за день до этого, конечно же, у нас с вами будет бьюти-день. Поедем делать мне nails, волосы. Ну что, мы готовы начинать? Поехали! Перед днем рождения я решила себя порадовать и сделать себе длинные ногти, с которыми очень давно не ходила. Мне кажется, вышло очень красиво. Приехали с вами в мой любимый салон заниматься моими волосами, потому что к Новому году в своей жизни мне хочется как будто каких-то перемен, а волосы уже коротко я обрезала. Будем думать, что можно сделать. А вы не влезаете? Я отсчитываю там, чтобы ровно было, потому что... Вот как получилось после. Сзади сделали покороче. Смотрите, какой мне объем сделали, Ну что ж, для первой тренировки спустя год было очень даже неплохо. Я что-то даже помню. И вот как я вот с этими ногтями буду продолжать заниматься, я не знаю. Отходила всю жизнь с короткими, да, последний год. Ни разу на боксе не была. Так, ну что, приехала моя помощница, и у нас начинается активная подготовка к моему дню рождения. Я вам сейчас покажу. Вы таких подкрадулей никогда в жизни не видели. У нас просто сейчас очень странный набор вещей дома. Как вам? Алла! Просто не могу, что за тяги? Кефтами. Кстати, красивые ботинки кожаные. А чего их не носят? Офигенно. Вот это вообще просто разъёб полный. Ой. Не могу. Так, у нас тут кобры. Значит, всякие вот такие вот. Ну и золотые аксессуары. Вот такие вот. Все в золоте. Квартира выглядит уже вот так. Уже лучше. Вот собираем сейчас лук. Нет, ну вы меня, конечно, извините. Но вот выглядит это вот так. Мы начинаем работать над рассадкой столов. Я по старинке, потому что в ресторане даже не было плана, нарисовала план ресторана, исходя из фото и видео. Вот так вот получилось. Почему ковер, если здесь не добавили? Кто быстрее из них сделает, тот побеждает. Другой садится, этот остается как бы финал. Добегают со старта до дальнего стола, просят налить и возвращаются на старт. Без рук все должно происходить. То есть они с пустой рюмкой отсюда бегут сюда. Им надо поставить на стол. Им это наливают. Потом их задача взять эту рюмку. И финал. Два человека остается. Лучший танец. Кто лучше всех танцует в подкрадулях, тот и побеждает в этом конкурсе. А призы? Вот, я думаю, над призом в этом конкурсе. Я считаю, что надо. Заслужили. Я считаю, что мы можем подарить подкрадули. Попрошу заценить реквизит. Вот такой вот потрясающий Mercedes значок, который мы сейчас будем клеить на подкрадуль. Ну вот так, мне кажется, вообще идеально. Господи, супер. Это кто вообще придумал? А, они еще и самоклеющиеся? Да. Но они отвалятся, так, мы все равно наклеим. Наклеим.
Ну вот так вот посадим и все. Ого, ладно, супер. Мы сюда напихаем сейчас бумагу плотно, чтобы удобно было. Да, отлично. Я вообще вот так на кончик приклеила. Во, супер. Да ты можешь протирать, я не буду. Обезжирить просто, чтобы они точно схватились. А, закрыть? Да. Слушай, мне кажется, хорошо, пусть так высыхают. Блин, ну прикинь, из геликов таких. Я их сейчас приеду, гелик у них заберу. Ребята, я за машиной. Я за тачкой. Пожалуйста. Решающее значение имеет сила, а не длительное давление. Я, когда читаю инструкцию, после того, как уже приклеила. День рождения в самом разгаре. Я сейчас разговариваю со своей подругой и партнером по работе. Реву и параллельно снимаю влог. Значит, день рождения начинается именно так, как мы того не планировали. Вот. Сейчас ждем нашего друга Евгения. Он на связи онлайн побежал за рюмочкой. Обожаю просто. Просто обожаю. Даша тебя во влог снимает. Даша, Люк, встаю со влогом. Вотка. Кола, забиваем туда-сюда. Ну что, дорогие мои, с днем рождения меня. Я проснулась, уже собралась, накрасилась. Заканчиваю подготовку реквизита, и мне тут уже привезли первые flowers. Здравствуйте. Спасибо большое. Боже мой, почему так красиво, красиво. Мы приехали завтракать в очень красивое место. Доброе утро. Какая красота. Возвращаюсь домой снова с огромными presents. Временем у нас букет номер 3. Просто восторг! Вы смотрите! Так, у нас вот такой вот, breakfast с моими москвичами. Как Риту не видно, как будто я просто к ним пацанами пришла такая, да? Ура! Как вы поняли, я уже вернулась домой. Сейчас начинаю подготовку к завтрашней вечеринке. Плюс у нас сегодня ужин с друзьями. Я сейчас быстренько разбираю все подарки, которые уже успели прислать. Потому что в квартиру уже реально просто не зайти. Дом все сильнее пополняется букетами. Это прислали мне мои друзья и партнеры по работе. Вот такую потрясающую красоту. А этот букет мне прислала мой потрясающий менеджер. Смотрите, какая красота. Меня всегда так радует. Обожаю. Я уже снова вышла на улицу. Сейчас бегу кушать, ужинать со своими друзьями. И, так сказать, провожать свой день рождения. Завтра мы его снова будем встречать. Обожаю эти празднования, которые затягиваются как Новый год на неделю вперед. Не несите цветы, также мои друзья. Это гриб. Так красиво. Спасибо, мой любименький. Спасибо, мой сладкий. Здравствуйте, мой сладенький. С днем рождения. Ура, какая красивая, нарядная, праздничная. Ой, смотрите, какую красоту. Я еще как раз в красном. Сердце, да, какое? Желание, пока горит свеча, но не сдувайте, потому что она задулась. Воздухостойкая. И все, как-то
вечером почувствовали, что это был матч. И вот так кофе затянулся теперь на 4 года. 60, да? Доброе утро. Оно должно начинаться именно вот так. Мне еще тут цветочки привозят и привозят, и клубничку вкусную привезли. У нас начинается съемка. Ковер, гелик, бита и тяги Мерседес у нас готовы. Соседи в шоке, а я в кайфе. Что у нас происходит? Я пофоткалась для своего инстаграма, расставила все свои цветы, у меня тут теперь целый сад. Сейчас пойду собирать все вещи для конкурсов. Потом собираться сама в душ, мыть голову, укладку, макияж. Я все делаю сама. Надеюсь, что получится красиво. Посмотрите, какая у меня тут оранжерея. Офигенно красивые цветы. Все причем. А у нас тут уже какие аутфитс. В моих тапках. Саш, тебе тоже надо только с этими. С чем? А, у тебя тоже же Мерседес. Ну, мои. Этими друг на день рождения сам нарисовал квартиру, картину, очень красивую. Это вихрь, море, океан и вот такое вот бушующее небо. Кто выйдет за ковер, тот выиграет. Тут плохо. Ну еще ниже, давай на пол ляжем уже так сразу. Тихо-тихо. Я тебе не попал, зай. Ладно, это уже. Это больше не покажет. Ты выиграл. Давайте Никите помашем во влоге. А Саш, пусти меня тоже Никите помашем. Где он? Красненький. А с кем он идет? Антоном. С Антоном? Ой, он тоже придет. Всем здравствуйте, Мишанечка. Привет. Как там? Я нашел применение. День рождения. День рождения. Контраст. Все, оставь меня. Нихрена себе у вас очки. А вы точно на одну вечеринку идем? Вы все совершенно по-разному выглядите. Так рада, что ты приехал. Спасибо. Света, а я переоденусь, я в золоте буду. Но у нас одинаковые парики. Чтобы нас не перепутали. Прикат, ты точно. Да. Денечек. Нихрена себе. Мы с ней потренировались бороться, она вот может уже. Привет, дорогой. Привет. Началась борьба, я, в общем, свой фирменный прием. В цвет лука. В цвет лука. Хоть, на встречу так завтра иди, встречу, да? На встречу завтра иди, да. Ну как, нормально? Офигенно. На связи. Ну, Даша, ты, конечно... Брат еще называется. Что? Я говорю, брат еще называется. А что не так с ним? Денег, говорю, тебе много. Давайте, раз, два, три. Давай. Все, я в полном образе. У меня тут все очень красиво. Золотые подкрадули. Вот такая вот золотая сумка, там золотые перчатки. Мы это все берем с собой. На дом лучше не смотреть, в каком он состоянии остается. Примерно в таком же, как Гасым будет выглядеть через пару часов. Да. Посмотрите, мы с Никитой реально как брат с сестрой просто. Натуральный блондин, нашу страну такой один. Всем привет, дорогие друзья. У нас все как обычно идет не по плану. Я очень сильно нервничаю, потому что мы опоздали, мы очень долго ехали. Сейчас уже все гости пришли. Сейчас будем показывать вам ресторан. У нас тут потрясающие фотообои на фоне елки. Весь ресторан сегодня в нашем распоряжении. У нас два этажа. Гости уже как бы бабах. Я предлагаю вам посмотреть, кто ко мне сегодня пришел. И подойти к ним поближе. Немножко с ними познакомиться. Пойдемте. Кружись. Ать, 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 ать. Пошла, поехала. Карон, телем, карон. Так, да. Зэр, скажи, пожалуйста, это твой обычный гардероб, правильно? Сверху нет. Знаешь, ты... Короче, у меня такой аутфит формата максимальный глянец. Какой-то человек именитый сделал под меня. По-моему, Филипп Бедросович. Он не туда это зашел, а потом вышел, и вот офигак, и дал мне такой лук. Потрясающий лук. Блестишь, сверкаешь, как да, обычно. Но главное, чтобы горели глаза. Глаза горят. Вот это блондинка. Где вы взяли ваш аутфит? У тети. Вот это платье моя тетя одевала на свадьбу к моим родителям. Салам. Снимаю перед вами шляпу. Аутфит я взял на Авито.
Блин, ну круто, можно в обычной жизни даже ходить. Реально, я и хожу. Выглядит офигенно. Шапка вообще толп. Ребят, у вас, я вижу, парные истории, да? Бренд. Вот эти штаны, я в них на свадьбе был, на моей. Это жена купила, тапки мои любимые. Самые мягкие, кстати, тапочки. Жена всегда покупает вещи, я себя не одеваю. Александр, он выглядит как батя этой вечеринки. Так, цепь Cartier, часы Audemars Piguet, пожалуйста. Это мой повседневный лук, хожу так просто каждый день на работу, поэтому не пришлось ничего искать. Придумываете вечеринку с дресс-кодом, дарите своему другу одежду для этого дресс-кода, и он идет просто в этой одежде. Идеально! Парик мой. Вот. Это натуральные волосы, правильно? Да. 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 Вырежьте про парик. Из одной семьи. Да, вырежьте про парик, мы из одной семьи, брат, сестра. Пару раз остановили, приняли. Приняли куда? За своего? Приняли за своего и отпустили. Да. Вот. Что нужно сказать? Сказать, где ты познакомилась с Дашей? Познакомилась у нее в квартире. Вот она, королева сердца. Мужских и женских. Мамина подруга одолжила. Мамина подруга одолжила. Бабушка. Туфля мама. Мама. Вот тут это с рынка, знаете ли, колготочки с рынка. Ну и платьишко оттуда же. Валится. Я надеюсь, что это никого не обидит. Но задача была кринжануть. Я кринжанула. Собственно, это жилеточка. Мы ее нашли у своей бабули на даче. Следующий лот платье. Не совсем кринжовое, потому что это у нас Love Republic коллекция 2000-х годов. Я давно его покупала, как раз таки вот, чтобы надеть на Дашу на день рождения. Питер, расскажите про ваш аутфит. Слушайте, как обычно, свое досталось из шкафчика, самое модное. Она говорит, old school, что-нибудь такое, 20 лет тому назад. Ну, залезаешь в гардероб, и можно кое-что такую красоту. А что не по дресс-коду? По дресс-коду, я сказала, нет, телесные колготки, золото. Бархат. Тяги. Тяги, бархат. Не выгнала, слава богу. Радость моя, чтобы не было. Причесон. Вот в таком виде он ко мне подкатывал 25 лет, 20 лет. Реально? Назад, понимаешь? Да. Ты понимаешь, и вы почему? Поэтому не соглашались, да? Давай к нам, ты чего? Как не родной ты, Алюх. Чин-чин. Чин-чин. Давайте покажу вам этот потрясающий стол. Я считаю, что он заслуживает отдельного внимания. Это все мне. Сейчас я сходим. Ну, за метро. Да, и вот так вот. Лива. Как дела? Скажите немножко про свой образ. В чем вы сегодня? Под бандита. Офигенно. Нас, пожалуйста. Носочки белые показать. Бандиты просто. Тут еще поток. Отдайся потоку. Мои прекрасные мальчики. Здорово. Привет. Котики, а можно еще раз, мальчики, чувачки? 2, 3. Чушпаны! Огонь. Слушайте, вы лучше подходите, вот под этот волос, зачем я стал так? У вас там страсть уже происходит, да, за третьим столом? Просто вижу уже красные поцелуи на мужчинах, ну ладно. Немножечко отдыхаем, общаемся, болтаем. Потом у нас с вами супер насыщенная программа. Я для вас подготовлена 2 тоста. Я надеюсь, что я их не забуду к концу этого вечера. Да. Оп, горячо. Всем приятного аппетита. Вы серьезно? Это все аплодисменты, у меня же день рождения, между прочим, праздновать. Это место кого? Это именинник. Сюда же я зову сейчас. Еще и много людей таких, все красивые, все богатые. Потому что большинство кавказцы, да, я понимаю. Да, приветствовать вас еще раз. Говорят, что друзей много не бывает, а вас здесь больше 40 человек. И у меня реально немного друзей, потому что вы все моя семья. Я вас очень люблю и хочу, чтобы вы сегодня вот просто от души, просто взяли и отдохнули. Не уходи далеко. Я правильно понимаю, что ты всех в равной степени здесь любишь? Ну, кого-то чуть побольше, кого-то чуть поменьше. Вот я люблю людей, видите, я их специально посадила за это. В общем, друзья, давайте заполним этот момент. Тех, кого она любит, сидит вот здесь.
она не очень любит, сидят вот здесь. Бокалы, рюмки, стаканы, графины и все остальное. Так что давай, поднимай бокальчики, позвеним, пошумим. Девушка в брюках из анаконды. Пойдемте. Я понял. Хорошо. Если собрать все эти наряды, то тут на 3 леопарда просто соберется. Только на олене 1,5 леопарда. Да. У нас есть несколько человек, которые выделяются. Просто невероятные. И надо будет продефилировать, показать в полной мере свой образ. Я очень рад, что я тебя встретился. Ты идешь красиво. Вот так вот делаешь полукруг, поворачиваешь, стоишь на точку перед Дашей, чтобы она могла в полной мере оценить. Вау! Привет! Кидай деньги! Просим! Даша, надо какую-то оценку внести. Да, Марго, ваш выбор, поехали. Вау! Мне кажется, это почти победа. Но это чистый кайф, Я бы сам сейчас разбил графин. Нормально. Короче, все аплодисменты. Супер. Я думаю, что так выглядит певец Мот, если честно. Мот, да. Пойдем, брат, давай. Мне кажется, это победа, потому что он все у тебя было сейчас, да? И пары все. Нет, объективно победила Рита! Рита, мы поздравляем тебя! И написать забавную, интересную, веселую, удивительную, необычную историю, которая вас связывает с Дашей. Ну, если у кого-то уже готово, вы можете не стесняться. Итак, друзья, пару мгновений, пока вы пишете. История очень короткая, но интригующая. Две лисы ржут ночью в кровати. Даша Балаш. Даша Балаш, что это за история? Что за две лисы? Просто, знаете, бывают такие друзья, с которыми вам не просто хорошо, а вот вы смеетесь и не можете остановиться. Дарья заснула. Это мой бывший. Я причем сразу на него посмотрел сейчас. Вы знаете, да? А он, по-моему, каждый раз рассказывает эту одну и ту же историю. Он, куда бы он ни приходил, он все время рассказывает эту историю, насколько я понимаю, да. Да, это же твоя история. Подожди, я в прошлом году у тебя тоже... А в прошлом году у тебя была история про тоже кальянку. Это я проснулась, а он зашел. Кайф. Скажи, пожалуйста, почему ты являешься защитницей от рыбов? Я проводила Даше съемку. Эта съемка была на берегу океана, а в океане, как мы знаем, много рыбов. Даша боится рыбов, и для того, чтобы у нас получились классные кадры, я их сначала отгоняла, а потом снимала Дашу. Самое яркое воспоминание, как мы пошли в туалет. У нас сначала была фотосессия, а потом мы сели на пол и стали курить айкос. Вот это было самое яркое вообще воспоминание. То рыбы нападут, то айкос в туалете на полу курим, то еще что-то. Давайте еще парочку историй. Однажды мы с Дашей решили потусить в Милане. Почти пострадал дорожный знак. Уже прям не сердится. У тебя есть армянский танец сейчас в своем арсенале? У меня много танцев есть на сегодня. Так луки, есть армянский среди них? Есть, конечно. Ваша задача в этих подкрадулях очаровательных добежать до стола. Там будут лежать два банана. Конечно. Вам надо будет взять без рук эти два банана. Мужики, хорошо, что я не вас выбрал, да? Я так и подумал, что ты просто не ешь бананы. Взять бананы без рук, принести эти два банана вот сюда, раскрыть, распечатать, я не знаю, как-то без рук. Давай! Нормально. Она поедет.
Есть ощущение, что она близка, там уже к правде, к победе. И да, было аплодисменты, друзья. Вы победили в этом состязании. Увы, ах, вам придется тоже развиваться. Мы провожаем вас в зрительный зал. Значит, мужики, вам надо будет стартовать вот отсюда, из-за ковра, добежать до стола. Там будут стоять две рюмашечки. Вы добегаете до туда, просите, вам наливают рюмаху. Вы эту рюмаху берете без рук, с алкоголем. Легко. И дальше, не пролив ни капли, без рук доносите сюда. Начинаем через 3, 2, 1. Давайте вам без рук, без рук. Внимание! У него другая рюмка. И что? С ней сложнее, она тяжелее. Сейчас обращаемся к нашей комиссии. Посмотрите, что мы делаем. Еще раз. Я куплю второй раз. Вы можете спросить, что вам налить? Вы можете сказать? Ай, ну что, спросите. Налей, пожалуйста, умоляю. Ну давайте нальем человеку, господи, что же делать? Давай, охуяй, охуяй. Щелкнуться с каждым. Хорошо, можно в руках, потому что мы не совсем не звери, что же, в конце. С каждым? И с друг другом должны, и со всеми, и с каждым абсолютно. Давай. Следим за каждым. Брат, поторопись. Друзья, вот это настоящая семейная драма. Она была быстрее, но он выпил раньше. Я считаю, что победил он. Аплодисменты, друзья. Было. Ты считаешь сегодня лучше? Очень сложная победа. Ты хочешь сделать вообще неожиданно? Давайте. Так, победил вот этот парень, который вылетел в самом начале. Я считаю, что за ним победа сегодня. Давайте ему аплодисменты выдадим. Пойдем. Мы долго думали, что тебе подарить, Виталик. Потому что ты человек, у которого есть все. И, конечно же, мы дарим тебе подкрадули. Я их делала сама. Мисс Центральная кожа. Держи. Абсолютно. Дайте ему аплодисментов. Он хорош. Он нереален. Да. Она говорит. Значит, первое. 16. Озвучиваем вопросы, у них есть ответы. Впервые поехать в 24-м году. США. Вы уверены? У меня визы нет. Сейчас они отвечали. Подожди, все, они отвечают. Давайте подумаем, где она не была впервые. Не была в Армении? Была. Азербайджан. Та команда не дала ответа. Хоть о них была очередь, но здесь был правильный ответ. 1.5 балла вам, ребят. Каким качеством должен обладать будущий муж Даши? Окей, я все знаю, кто. Надо мне дать. Давай за визитом. Капитан. Самое главное качество – это то, чтобы он был умным. Потому что если он будет умным, значит он будет. Нет, все правильно. А богатый нет? Так он будет богатым, если он умный. Не все узнают, как это знает. Были моменты, очень просто попадали. Имеет прекрасное чувство юмора. Возвращаемся домой. Вот сразу видно не алкоголики, можно наш. Я алкоголик. Просто было сразу. Все, кто это? Кто это? Да блин, там походу это. Открывай быстрее. Я не дышу. Пальцем, честно.
Это ты лицо. Я уже все съел. Смотрите, сколько у нас еды. Это все для тебя. А людей покажи сколько. А людей очень много, и мне это очень нравится. У меня уже начинается примерка моих новогодних день рожденческих подарков. Вот такая красота, вот такой боди, купальник. Тут я вам просто покажу этот трэш, это все подарки. Мы это все с вами будем разбирать, но не сейчас, чуть позже. Вы не представляете, мне настолько понравился день рождения, настолько было классно видеть всех близких, и вообще столько людей приехало, очень многие приехали из Москвы. Мне кажется, вообще больше половины людей были из других городов, стран, кто специально приехал ради моего праздника, и я прям очень кайфанула. Мы, кстати, разошлись в 7 утра, потому что мы еще потом поехали ко мне, как вы видели, сидели у меня, доедали еду, что-то угорали, болтали, и вроде бы встали, вроде бы выспались, но уже немножечко как бы обед. Мы сейчас, наверное, поедем кушать все вместе, посидим. У меня это место ассоциируется с моими днями рождениями, потому что всегда до и после мы встречаемся с друзьями там, потому что всем удобно, это в центре и не требует каких-то сложностей в плане парковки. Короче, да, сейчас быстренько как-то буду приводить себя в порядок и поедем. Значит, сейчас у нас 3 часа дня, мы только выехали на завтрак. Все как обычно, в лучших традициях. Все ой, сидят, молчат. Да мы, сплетничаем. На самом деле у нас просто так много сплетен из камер, которые мы обсуждаем. А так, мои дорогие, прошу уважения, конечно, громко, звонко, по-молодежному, по-тинейджерскому. Я считаю, это был очень интересный перформанс, который это заведение запомнит на всю жизнь. Смотрим фото. Спасибо большое, мама. Нет, к сожалению, не устроено. Реально. Маяшки. Я просто боялась, что у меня бокал там сбой. Фотки никуда без них. Да, ничего. Это такое. Да, что в конце будут наши фотки из машины. Это вот ваш армянский корпоратив. Слушай, в принципе, если ты на этих фотографиях 2002 поставишь, как бы, люди даже не поймут. Что у нас тут происходит? У нас доедание того, что осталось дня рождения. Ну, там какой-то махач. Я вот деньги выкидываю, хожу. Вот так вот можем себе позволить жить. Я как это, Никита, когда открываешь холодильник. У нас программа «Контрольная закуска». Контрольная закуска. Потому что она последняя в нашей. Нахуй мне. Я не знаю, почему эту еду привезли к нам. Мы уже родителям половину сегодня отвезли, эта еда не заканчивается. Там банан. Да ёпта, ты не откроешь, что еда. Зая, как тебе банан, который вот там лежит? Запахи. Вот этот банан, это я сегодня. Такая же черная. У меня уже живот болит, я не понимаю от голода. Либо потому что я смешно. Даш, то есть вот эти контейнеры с едой шутка для тебя. А лапшу она будет вот эту? Да. Просто почему ты ешь вот эту? Ой, это же открыто. Друзья, вы ее не потянете, если вы не можете вот такое подарить как бы на день рождения. You know? Коробка может быть любая. Уборка начинается час ночи. Это почему только сейчас не сказал? Баня в зоне. Почему в зоне? Ну блин, что за песня? А я уже знаю, какая. Алиса следующую. Друга. Мати, короче, самый. Но слова другие будут сейчас. Баня в зоне. Это мы еще не пили, вы понимаете, когда мы душ дома. Ванна в гостинице. Охмурила меня, ухватит я его, она будет моя. Эх, романтика. Вот такая я. Мне не нужны филармонии, мне не нужны ваши... Вырезать. Вырезать.